Началась последняя неделя нынешнего апреля, уже который день он радует жителей Тверской области чуть ли не летним теплом. Можно ли назвать нынешний месяц рекордно теплым? Порадует ли нас солнечной погодой 1 мая? Вы узнаете из следующего материала нашего выпуска. Уже почти три недели, как над Тверской областью завис огромный антициклон. Благодаря ему в регионе стоит солнечная погода, которая вкупе с заносом теплых воздушных масс обеспечила нам температурные показатели, характерные для второй половины мая, когда столбики термометров показывают до плюс 20. Однако, как отмечают в гидрометцентре, все равно до рекордов нынешнему апрелю далеко. У нас и значительно теплее апрель был у нас, и в 1995 году, и в 2000 году, и в 86 году. У нас вот как раз середина апреля, конец апреля, у нас доходило до 26-27 градусов. Но по среднесуточной температуре апрель 2023 все равно перекрывает норму. Кстати, как и январь с февралем и мартом. Однако ничто не вечно под луной, а тем более солнечная погода в Тверской области. Предварительные прогнозы синоптиков показывают постепенное разрушение антициклона. Атмосферное давление начнет понижаться, ну и, конечно, придут облака. Не исключены дожди, вот, разной интенсивности, но, по крайней мере, пока от небольших до умеренных, да, вот, прогнозируется. И, естественно, понижение температуры. Так что на первомайские праздники погода, скорее всего, будет не очень праздничной. По данным синоптиков, столбики термометров покажут по области около 10-15 градусов тепла, что, впрочем, вполне будет соответствовать климатической норме.